Ну, все что-то. Ну как такую надпись мы придумали? Черному и по черному, блин. Вот самые умные, что ли? Блять. Понаехали тут. Смотрю и постоянно вижу, постоянно практически одни женщины за рулем. Подожди-ка, что там? Ну, Финляндия была в составе Российской империи до 1917 года. Блин, там толпы. А сегодня же и Масленица, к тому же. Ну да. Точняк, там скорее всего. Может, там хавка будет? Явно хавка, да. Когда с этим, с Русланом, короче, ходили по этому. Я думаю, смотрю, там вроде бы хавка.